потреблять информацию из наиболее авторитетных источников, которые стараются дать объективную картину. Не дают объективную, не бывает объективной картины ни в каком одном медиа. Определить это снаружи очень сложно, да? Для этого нужно время и собственное вдумчивое чтение одного и того же источника. Иначе вы никак это не поймете. Давай теперь мой лингвистический совет. Во-первых, я сразу хочу сказать, что объективность бывает в фактах, но мнения, они чаще всего бывают мнениями разными. И у всех имеет право на свое мнение, и медиа имеет право на свое мнение, потому что некоторые бывают больше с такой идеологией, некоторые с другими идеологиями. Но факты, они, в общем, должны излагаться более-менее объективно. Крючок, за которого мы поймем, это вообще-то манипуляционный текст или не манипуляционный? Это если вам выдают мнение за факты.